В пятницу 29 марта школы Анапы начнут принимать заявления о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории. В первый этап, который продлится до 30 июня, подают заявления семьи, проживающие на закрепленной за школой территории, а также семьи, имеющие право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема. Семьи, не проживающие на закрепленной территории, могут подать документы во вторую волну 6 июля и пока не закончатся места в школе, но не позже 5 сентября. В школу не по прописке зачислят только при наличии свободных мест. Заявление и необходимые документы можно подать лично в школу, направить заказным письмом с уведомлением о вручении или через единый портал государственных услуг. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».